Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок страны. Сегодня ватерполистов в Кремле чествовал президент Рустам Миниханов. Игроков, тренеров и административный штаб клуба наградили почетными званиями. В эту субботу «Синтез» будет сражаться уже за бронзу российского чемпионата. Дома в казанском поселке Сосновка не будут сносить из-за строительства автомагистрали. Об этом сегодня сообщили разработчики нового генплана столицы. Что касается Больших Клыков и Карьера, там несколько частных домов все-таки придется снести. Изменят свою прописку и пороховой завод. Домой через 77 лет. Останки бойца Великой Отечественной войны сегодня передали его родным. Нуруддина Бадретдинова, которого с 41 года считали пропавшим без вести, нашли под Ленинградом поисковики. Теперь его похоронят в родной деревне Мурали Арского района.